Домашняя встреча с Тумботино – завершающая игра первого круга чемпионата области. В начале матча команды взяли быстрый темп. После взаимных атак на третьей минуте «Спартак» забил гол Сарову и открыл счет. Соперники жестко боролись за владение шайбой. Не обошлось без стычек и удалений. Во втором периоде саровчане сравняли счет. За 7 секунд до сигнала в ворота «Спартака» залетела еще одна шайба. После такого завершения очередного периода болельщики оживились и поверили в победу Сарова. Второй период вот маленько тут и подрались, и эмоции пошли. Ну и как бы вот они задвигались и забили. Надо как-то собраться. Собраться и к шайбе. Не от шайбы, а к шайбе. Побольше и почаще. Поувереннее. Я думаю, сейчас тренер в раздевалке именно это и скажет. Я желаю, чтобы наша саровская команда одержали победу. В начале третьего периода команды обменялись шайбами. С разрывом в 2 очка саровчане продолжили брать инициативу на себя. До конца матча наши спортсмены успели забить еще 2 гола. Начало, как всегда, у нас схомканное. Мы как паровозный состав догоняем все команды. Ну, вроде во втором что-то взбодрились, получилось что-то. В третьем добавили. Использую свой момент, слава богу. Встреча закончилась со счетом 6-2 в пользу команды «Саров». По словам тренера «Спартака», основной причиной поражения его подопечных стала игра в меньшинстве. Соперник был хороший сегодня. Забили свои моменты. Мы не реализовали моменты. Они были. Хорошо вратарь сыграл команда соперника. Количества игроков не хватило. У нас травмированных много. Одного не пустили на проходной сегодня. Ну, сами виноваты, то есть, как бы, поэтому тут винить некого. Последнюю игру первого круга «Саров» проведет 28 декабря на выезде в Сеченово. А уже после новогодних праздников наша команда ждет поддержки болельщиков дома. 4 января саровчане сыграют с «Кварцем» первый матч второго этапа чемпионата области. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Первые несмелые шаги по льду и виртуозное катание. Перед Новым годом Ледовый дворец традиционно становится площадкой для всех, кто любит веселиться с семьей и друзьями. Третий год подряд молодежная комиссия при правкоме завода «Авангард» проводит для своих сотрудников праздник «Пролет». Очень много деток. То есть у нас это мероприятие пользуется спросом. Это досуг у нас получается семейный, то есть родители приходят с детьми. В этот раз семейный праздник собрал более 250 человек. Для детей организаторы подготовили специальную программу – шоу мыльных пузырей и визит Деда Мороза и Снегурочки. Главные зимние волшебники пришли со сладкими подарками. От желающих рассказать стихотворение и получить конфету не было отбоя. Пока малыши общались с Дедом Морозом, ребята постарше нарезали круги на льду. Тут интересно, прикольно, хорошее мероприятие. Тут хорошо, и мне тут нравится. Тут можно учиться кататься. Мне очень нравится кататься на коньках, тут очень прикольно. Мне тоже. Здесь весело, все здорово, очень интересно. «Пролет» – это праздник для всех. Взрослые, забыв о бытовых проблемах, веселились как дети, заряжались оптимизмом и новогодним настроением. Очень нам все нравится. Хорошо, что организаторы это организовали, потому что мы пришли с детьми. И дети очень счастливы, и мы, конечно, по-детски тоже. Здорово, весело, замечательно. Хорошее мероприятие, дети веселятся. Отличное мероприятие, вообще класс. Всем рекомендуем здоровый образ жизни с детками. Ну и вообще перед Новым годом хорошее настроение всем. Праздник «Пролет» позволил всем участникам вернуться к любимому зимнему виду спорта и дал прекрасную возможность провести время всей семьей. Елена Грицкова, Евгений Шевцов, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24». На протяжении 9 лет баскетболисты 15-го лицея старались стать победителями городского этапа соревнований КС-баскет. До первого места спортсменам не хватало всего нескольких очков. 2019-й для лицеистов стал удачным. Ребята все же смогли обойти соперников и стали победителями отборочного тура, по итогам которого им вручили путевку на второй областной этап чемпионата в Ордатове. Там ребята также заняли первое место. Я уверен, победа нам нужна была. Командная сплоченность. Мы вместе сыгрываемся уже на протяжении 9 лет. И вот, наконец-то, заняли первое место. Безумно горд за себя, за команду. Рад, что представляем город. Надеюсь, что выиграем на полуфинале области. Каждый день после уроков лицеисты встречаются в спортивном зале для того, чтобы придумать новые комбинации и отработать их на практике. По мнению тренера команды Олега Андрейчикова, именно упорные тренировки и хорошее взаимодействие с командой приводят ребят к заветным победам. Ребята каждый,
друг за друга. Вот именно командное взаимодействие и также индивидуальная подготовка. Все как бы слилось в победу. Хотя, конечно, хотелось бы больше практики. И я думаю, что вот этот турнир, который прошел в Вардатово, поможет нам уже на следующих этапах. Ребята набрались больше опыта практического, которого иногда не хватает. Всего в областном чемпионате КСБаскет принимает участие 8 дивизионов. Всех их разделили на две группы. Каждая команда должна сыграть друг с другом по одной игре, а после победители встретятся в финале. Следующий матч саровские баскетболисты проведут на выезде 21 января на Бору. Там пройдет полуфинальный этап чемпионата области. Ирина Вышегородцева, Евгений Шевцов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24. Саровские боксеры удачно выступили на первенстве Республики Мордовия. Данила Чугунов занял первое место, выиграв в финальном бою кандидата в мастера спорта России. Александр Гавриков провел три боя, одержав во всех досрочную победу в первом раунде. Первое место и у Кирилла Синчугова. Тренируются спортсмены у Анатолия Забелина и Леонида Тужилина. В клубе «Прогресс» прошел Кубок города по дартс. Играли в американский крикет. Победителем турнира стал Александр Вовк, обыгравший в финале Дмитрия Тишкина. Бронзовые медали завоевали Елена Кичина и Денис Баранцев. Лучшим дартсменом 2019 года стал Дмитрий Тишкин. Юные пловцы спортивной школы «Икар» успешно выступили на межрегиональных соревнованиях на призы детской лиги плавания «Поволжье». В турнире, который прошел в Пензе, приняли участие 76 команд из 50 городов России, а также команды из Израиля и Украины. Анастасия Корнишина и Гордей Барзанов стали победителем на дистанции 50 метров брасом. Анастасия завоевала серебряные награды на дистанциях 200 метров брасом и 50 метров вольным стилем, а также поднялась на третью ступень пьедестала почета на дистанции 100 метров вольным стилем. Гордей Барзанов стал серебряным призером на дистанции 100 метров брасом. Нил Судин занял третье место на дистанции 50 метров вольным стилем. Две команды пловцов, в составе которых выступили Анна Гринина, Арина Кулубова, Гордей Барзанов и Данил Судин, а также Арина Детушева, Анастасия Коронишина, Ярослав Нетрусов, Артем Соколов в своих возрастных группах заняли второе место в эстафетном плавании 4 по 50 метров вольным стилем. Данил Судин выполнил первый спортивный разряд на дистанции 100 метров вольным стилем. Тренируются наши спортсмены у Виктории Шалгиной. В спортивном зале школы номер 7 царит напряженная атмосфера. Здесь подходит к концу городской турнир по волейболу среди юношей. В матче за третье место встретились команды школ номер 20 и 12. На протяжении всего турнира обе команды шли на равных. У каждой была своя цель – принести как можно больше побед. К игре друг с другом спортсмены готовились серьезно. Мы, конечно же, готовы. То есть сегодня прям весь день настраивались. И товарищи из команды настраивали на победу, на то, чтобы играть. Действительно, не испугаться соперников, а выдать максимум. Достаточно сильные соперники начали прибавлять по ходу турнира как раз-таки. И вот сейчас будет очень так серьезная игра, будет тяжелая, я думаю. В первой партии спортсмены из 20-й школы повели в счете. Но уже во второй соперник перехватил инициативу. И к середине игры вышли вперед. Но ребята из 20-й сдаваться не собирались. И после минутного тайм-аута смогли догнать и выиграть вторую партию. Спортсмены школы номер 12 не расстраиваются. Говорят, что в следующем году они обязательно отыграются. В следующем году мы поборемся за все призовые места, которые не смогли занять в этом году. Будем готовиться упорно к соревнованиям в следующем году. Всего в турнире по волейболу приняло участие 9 команд. Всем им предстояло сыграть по круговой системе. Каждая команда встречалась друг с другом на поле по одному разу. Ребятам очень нравится игры по волейболу. Сейчас, в принципе, школьный волейбол на подъеме. Ребята как-то общаются и... Им нравится, и нам нравится. И учителя общаются, больше общения, и ребятам нравится. По итогам турнира первое место заняла команда из лицея номер 3, второе – школа 7. Бронзу забрали спортсмены из 20-й. Победителям соревнований вручили дипломы и памятные подарки.